Опять-таки, законодатель предусмотрел неспособность людей самим соорганизоваться в рамках ТСЖ, и в таких случаях администрация города должна объявить конкурс и назначить управляющую компанию. И дальше дом все равно будет содержаться. То есть на самом деле катастрофы не может произойти, потому что всегда на подстраховке находится государственная жилищная инспекция и администрация города. Вот это очень важные слова я сейчас сказал. То есть есть страхование от безразличия, равнодушия и пофигительства собственников помещений многоквартирного дома. Это страхование состоит вот в жилищной инспекции, в администрации города, которых закон обязал предпринимать меры по сохранению жилищного